Интересуетесь новинками? Давай. Как скажете, капитан. Интересуетесь новинкой? Как скажете, капитан. Капитан, у вас есть минута поговорить с главным? Мне надо возвращаться. Капитан, что вы думаете о последней миссии? Нас ждет тяжелая схватка. Шансы не в нашу пользу. И меня бесит, что я не смогу отстреливаться. Вы свободны, сержант. Мэм. Не верится, что мы похитили Нормандию. Дело рискованное, но, надеюсь, оно того стоит. Все будет хорошо, Гарус. Просто будьте наготове, когда мы найдем Сарана. Да, капитан. Капитан, я хочу сказать... У меня нет на это времени. До свидания, капитан. Похитить корабль Альянса – рисковое дело. Но я с вами, Шепард. Это меньшее, что я могу. Все остальные считают, что я спятила. Иногда сойти с ума – лучший выход –
Надеюсь, нас цапают не раньше, чем мы доберемся до Сарена. Мы разделаемся с ним вместе. Вы нас вытащите, Шепард. До встречи, Рекс. Шепард. Шепард. Рекс. Слышал, мы направляемся в системы Термина, капитан. Не волнуйтесь, мэм. Нормандия чертовски классный корабль. Вывезет лошадка, не подкачает. Слышал, мы на... Не волнуйтесь, мэм. Мы беглые преступники. Вот это приключение, Шепард. Интересно, что совет с нами сделает, если мы попадемся? Ваш отец должен иметь вес в политике. Он не даст им бросить свою доченьку в тюрьму. Вы не знаете моего отца. Для нашего народа угон корабля – тяжкое преступление. Он первым захочет нас казнить. Нормандия – лучший корабль флота. Нас не догонит. Надеюсь, вы правы. Мне нужно идти. Увидимся. Эй, Шепард, вам что-то нужно? Мне нужно идти. Увидимся. Это так странно, скрываться от Альянса. Экипаж всем пожертвовал ради вас, Шепард. Не подведите нас. Все скоро кончится, Шепард. Так или иначе. Все скоро кончится, Шепард. Это так... Экипаж всем? Верить не могу, что мы похитили Нормандию. Нас всех ждет трибунал, если ничего не выйдет. Черт, но мне нравится эта авантюра. Поверить не могу, что мы похитили Нормандию. Нас всех ждет трибунал, если ничего не выйдет. Черт, но мне нравится эта авантюра. Thank you.
Ах ты черт! Погони не видно? Я-то надеялся, совет пошлет за нами хоть пару кораблей. Мне так хотелось испытать Нормандию. Заставить красотку попотеть по-настоящему. Сарен все еще на свободе. Скоро у нас появится шанс поиграть в прятки с властелином. А что-то у вас голос не очень веселый, когда вы об этом говорите, капитан. Да, так вам нужно что-нибудь? Как наша Нормандия? Она действительно так хороша? Нормандия. Баланс довольно... Для среднего пилота Альянса Нормандия... Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Капитан, я знаю, что вам там пришлось нелегко. Делать выбор между Оленкой и Уильямс – это, наверное... Я... Простите, мэм. Не знаю, смог бы я сам это сделать. В такой ситуации верного выбора нет. Я лишь надеюсь, что мне не придется вновь пройти через это. Я вас не виню, капитан. Просто... Херовая ситуация, все понятно. Ничего не поделаешь. Сарен все еще на свободе, Джокер. Держите себя в руках. Вы нам нужны. Не беспокойтесь, я не подведу. Я хочу быть рядом с вами, когда вы прижмете этого сукиного сына. Я приду в себя, капитан. Дайте мне минут 12. Я приду в себя, капитан. Дайте мне минут 12. Внутреннее давление у... уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Я буду благодарна, если вы сделаете свое дело и улетите. Хорошо. Торговец при... Хорошо. Я слыхал, ребята обыскивали моего сержанта. Не пойму, что эти парни... Аналеи с ними. Я слежу за тем. Да ладно вам. Я слыхал, ребята обыскивали Synthetic Insights. Капитан Мацуо такого приказа не давала. Аналеи нормально тут всем заправ... С тех пор, как арестовали администратора. На вершине 15 бушует снежная буря. Я говорил, что там не о чем беспокоиться. Всех вернувшихся с вершины 15 переводят на другие планеты. К чему все эти слухи о Synthetic... В Synthetic Insights твори... На вершине 15 все в порядке. Местные вечно распускают слухи, лишь бы отвлечься от работы. Акции Binary Helix рухнули. У них накрылся какой-то большой проект. Я не могу с вами... Мне бы вашу... Аналей снар... С тех пор, как арестовали администратора, менеджеры допрашивают всех, кто говорил с вами. Thank you.
капитан Шепард. С тех пор, как арестовали администратора, менеджеры допрашивают... Всех вернувшихся с вершины 15 переводят на другие планеты. Синтетик Инсайт створит... Акции Binary Helix рухнули. У них накрылся какой-то большой проект. Я бы пригласил вас... С тех пор, как арестовали администратора... Я получу смету в письменной форме. Помните наш девиз. Крепкий фундамент, прочный дом. Капитан Шепард. Какое предложение они вам сделали? Хорошее. Но, думаю, будет неэтично называть конкретные цифры. Меня попросили не распространять эту информацию. И, конечно, весь соцпакет. Разумеется. Мисс Паразини позвонила мне с борта корабля. Совет директоров предоставил. Она ожидает, что я дам... Мисс Паразини позвонила мне с борта корабля. Простите, для лиц без корпоративного... Я не могу вас впустить. Приглашаю. Вход ограничен. Сегодня прохладно. Простите, для лиц без корпоративного счета... Не вешай трубку. Старший брат, это я. На Наверии сейчас. Не могу долго. Звонок по 10 кредитов за минуту. Уходите неторопливо и ведите себя естественно. Кто-то прикончил наших людей. Сержанта Стерлинг убил. Киин опустили нас. Совет директоров вокруг пальца не обвинит. Наверие. Частно. Кто-то прикончил наших людей в офисе Synthetic Insights. Кто бы это мог сделать, а? Давненько я вас не видел. Зачем пожаловали? Машину отремонтировать. Это мне по душе. Давайте поглядим, что случилось.
Я буду благодарна, если вы сделаете свое дело и улетите. Дезинфекции. Изменение статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал. Внутреннее давление. Сравнивается с атмосферным. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Неплохое место для туризма, но надолго я бы здесь не задержалась. Хотя нет, лучше в такие места вообще не прилетать. Нужно отдать этим колонистам должное. Их не так-то просто сломить. Неплохое место для туризма, но надолго я бы здесь не задержалась. Дарианин контролировал мои мысли.
Для того, чтобы все здесь восстановить. Спасибо за то, что принесли элементы питания. Надеюсь, что теперь ты... Приветствую. Чем... Нужно отдать этим колонистам должное. Их не так-то просто сломить. Спасибо за все, что вы сделали. Вы освободили мой мозг от... Вы воевали... Спасибо, капитан. Скоро Ферос возродит... Единственное, что можно сказать в пользу этого растения, оно заставляло забыть о голоде. Свободен. Не верю. Свободен. Благодарю вас за все, что вы для нас сделали. Колония крепче, чем кажется. Как себе местечко-то? Колония крепче, чем кажется. Похоже, после всего, что случилось, Кал... Как хорошо, что мы на... Мы еще никогда не получили. Ну, спасибо еще раз. Эти данные очень пригодятся. Скоро все следы... Через год... надеюсь, прилив... Да уж, неожиданно. Никогда бы не подумал, что компания может так расщедриться. Сюда уже летят... Скоро у нас будет все, что нам нужно. Я пыталась бороться. Я сделаю все возможное, чтобы помочь колонии в эти трудные времена. Мне жаль, что я причиняла вред этим людям. Прощайте, Шиала. Прощайте, капитан. Желаю... Статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал.